Это первые динамовцы, сотрудники, которые завоевали и достигли такого спортивного звания мастер спорта. 5 номинаций и почти 20 победителей и лауреатов. Руководство «Динамо» вручает кубки и дипломы лучшим спортсменам и тренерам. Стимул, чтобы не расслабляться, чтобы дальше заниматься, достигать следующих высот в данном виде спорта. Я в обществе «Динамо» с 2006 года, вот на протяжении уже, можно сказать, 15 лет. Эта награда, получаемая в Улан-Удэ, для меня первая. В качестве тренера тоже первые. А так, я получала награды еще в Москве. Служебно-прикладной спорт, спорт высших достижений, лучший юный спортсмен, тренер года. Победителей выбирали по итогам участия во всероссийских и международных соревнованиях в 2020 году. Запланировали это мероприятие уже давно, но не было возможности его проведения, потому что действительно, скажем так, для того, чтобы его проводить, нужны какие-то спонсорские финансовые средства, чтобы не просто так это провести и грамоту дать, а именно наградить хорошо. Поэтому мы после того, как обговорили эти моменты с нашими членами попечительского совета, мы тогда подготовили положение о проведении данного конкурса и, соответственно, проводим на сегодняшний день, это уже второе награждение у нас. Отметим, в состав республиканской организации «Динамо» сегодня входит 7,5 тысяч человек.